Настюша перечисляет, что ей надо. Надо кабачки, баклажаны. Здесь клубники много, вишни много. Если увидим эту черную хуйню. А, тутовник. Ну, короче, хз. Шелковица. Да, вот. Пошли куда-нибудь. Пошлите направо. Пойдем направо? Пошли, пошли. Перчик. Перчик. 20 нормальная цена. Для таких, да? Да, да, 20 нормальная цена. Может, и попозже? Можно, давай. Картошку надо, да. Одинку возьмем, арбузик возьмем. Да? Да? А, вот такие вот сливки, да, зеленые? Да, попробуй. Некадар. Угу. Сколько? 65. Нормально. Угу. Вкусно? Кислая, Юн, как ты ее ела? Кислая, да, вон клубника. Наша газипаша аланийская, тут, тут спеет. Слышит, уже клубнику порит. Синенький, да? Помидоры надо нюхать. Помидоры надо нюхать. Так, огурцы и помидоры у меня есть. Бананы, посмотри, какие малыши вон лежат. Бананчиков. Уже по 12 помидоров. Да, но это большие. Но я думаю, они вкусные. Но они, мне кажется, не доспевшие, мне кажется, они не на салат. Пахнут? Да. Они же красивые очень. Да. Они такие интересные. Возьмем, 12 нормальная цена. Че, хорошо были? Нет, ты что, не видишь? Нет. Они размером с меня. Как ты думаешь, это малыши или нет? Дынька 25. Конечно, большой. Я здесь не была. Танечка, зеленая. Ты только на Балык Базар бывала. Нектаринчики. Персики, вон. Все уже появляются. Появляются перцы, появляется все. Ирочка, осторожно. Ага. Чтоб не запнуться. Вон 8 минут. Ну вот видите? Да, 8 минут. Вот, так понятное дело надо. Нормально пахнет? Да, нормально. Знаешь, как... Такая смешная, я вообще не могу. Выбирай хорошенько. Много не бери. Во вторник еще рынок будет. Для кого делать-то? Сходишь? Даже тут стоишь, пахнет помидорками. От солнца, от ветра крыша. У девочек апарт-отель, они будут готовить сами. Им так удобней. Телефон, телефон. 6 лира. 6 лира. Эфенди? 12 лир за сдачу. Сколько у тебя денег? Нормально денег. Нормально, да. Не все стали переводить. Нет. Огурцы какие вкусные, видите? Откуда я знаю? Прям, знаешь, я по огурцам вообще не ем, потому что их надо есть. Не очень-то люблю. Не понимаю я огурцы, не понимаю я бананы. Сюда ходи. Так, надо под... Картошку-то надо вам? Не надо. Ой, сейчас весы упадут. А, они там что-то достают. Лук надо? Нет, такой нет, мы только зеленый возьмем. Какой мы дом едим? Вот зелень тут. А рано, наверное? Рано, да. Так, нам надо... Так, огурцы. Картошка.
Картошка, картошка, морковь. По 5 лир он там что-то продает, девочки, вам надо? Что он там что-то продает по 5 лир? Вам надо? Я не знаю. Какой у него товар? 30 лир, ну ты умножай на курс. А, ну, я за 20 брала. 50 лир и черешенька. Прекрасная цена, мне кажется. Да, тут 60. Я возьму. Я буду брать. Вкусная, да? Я за 60 возьму. А, бакарми сейчас? Бакарми? Пакет. Биркило. Teşekkür ederim. Бир. Какую шуточку, как удачно пошутил, да? Ну прям вообще. Чего? Ну так думает, что. Сумечный. Да, 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 ну конечно. Человек это не подвластен, но он все равно это делает. Супер, супер, супер. Так, давайте. У нас все пусто, ставим пока. Ага. Угу. Так, надо как-то пометить. Да и зачем? У тебя килограмм, у меня килограмм. На, съешь еще ягодку. Давай. На, ты сейчас съешь так, ягодку. Спасибо. Девки, не обосритесь. Ну, она не мытая. Она не мытая, вы с дороги. У меня все хорошо. Слава богу. Ой, малыши, это малыши, да? Ну, это малыши, прям лялечки, да. Прям лялечки. О, фасоли сколько у них. Ух. 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 Врезалась в пакеты. Бананы наши аланийские. У нас растут. 25 лир. Где девки-то у меня? А вон они. Непонятно, какая погода. Чё? Чё? Кабак. Он видит. Он сейчас тебе скажет, сколько лир, да и все. Кабачки, кабачки скупают. На какой хрен ты вообще их ешь? Они у тебя есть в рационе? Поедим. Ну вот, говорит, поедим. Надо витаминизировать. Да? Значит, потому что ты кто? Будущая мать. А ты пока молодая, чересчур так говоришь. Я в твоем возрасте тоже говорила. Спасибо. Слышно, что говорит? Давай, бросай сюда. На вишню прямо. Не-не-не, на вишню не. Я сейчас вам дам. Что ты нам дашь? Что там жрёшь уже? Я что-то там платила. Ну что там? Что-то вкусное? Абрикосики 35, а там 30. Бананчик не хотите? Вы за 20. Хорошая цена, нормальная. Я дома не ел бананы. Они еще другие какие-то. Лучше клубнику. И что, дома банан не ел? А на Балык-базар по 7,5 зелень, а тут по 5. Да? Да, берите. Нет, здесь только петрушку можно. А тебе что еще надо? Укроп? Укроп. Укропа нет. Вон такую кучерявенькую петрушку не надо? Да, она такая же, она не вкусная. Ну, может быть. Ой, у меня 100 лир, он не сдаст. Надо? У меня есть лиры. Как он тебе не сдаст? За 100 лир? Конечно, у него на сколько денег? Один целый пучок. А? Один пучок. Ну и что на возьми мои? 5 лир. Открой. Есть у меня, я не знаю. Может, мне тоже 100 лир. Пойдем. Сонра.
Положи. Нормально положила? Ничего не выпадет у меня? Клубника везде 35. Вон черешня уже 50, блядь. У нас лучше, да. 35 везде такая. Что, давай? 2 килограмма? Да, надо. 2 килограмма. Он... 2 килограмма. 2? А что вы будете с ней делать? Жрать. Жрать. Я последний раз ее ела. Турецкую, кстати, покупала. Килограмм, может, возьмете? Да. Я возьму половину. Главные половины. 40 нормально? Нет. Чужой говорит. Не надо черешню? Ой, не надо вот этот? Нет. Да что мне пробовать ее? Я ее каждый день ем. Почему дешевле? 25. Но они какие-то зеленущие вовсе. Какие-то они не спелые. Вишенка. Не вишенка, это эрик. Сливка, сливка. Нет. Значит, бери. Ташкир дарим. До свидания. До свидания. Хочешь чекалын? Химия. Как химия? Ну, какая химия? Алло. Алло. Пахнет так вкусно специями. Я думаю, 7 перевернуло, 15. Ага, конечно. Угу. А там бомба. Мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Ух ты, ягода 500 лир. 500 лир, очнитесь. Коммерсанты. Красные. Ага, все. Мы не пошли ни в ту, ни в ту сторону. Там выход к моему дому. Идем дальше. Картошка, морковь, лук, баклажаны и кабачки у меня есть дома. Купила вишенки. У меня есть дома зелень, огурцы и помидоры у меня есть. Вишня, абрикосы я доела. Не особо хочу, перцы есть. Ну, короче, бананов, наверное, надо взять. Бананы, клубника. Так. Не знаю, что брать. А ты не купил брать, а рабочий? Да, можете. Нормальная цена. Сахарный. Откуда я знаю? Скажи ему, пускай тебе даст попробовать. Сейчас 40 рублей. Угу. Вишни, вишни, вишни. Абрикосики, абрикосики. Едят, едят, сидят. Девочки, смотрите, вон клубничка, видите? В машине. Да, вот все забирать. Сливки, сливки. Ну, не кислые. А фетлсон? Меня даже пригласили, давай с нами вместе. Надо еще помидоры? Огурцы, огурцы. Огурцы все такие. А? Они синие. Алло. Мерхаба. Мерхаба. Хош келдиниз эфендим. Буйрун. Ой, падал. Тележками, колесами зацепили. Да, ставлю. Как грамм, да?
Арбузик 15, где-то по 13. Он такой сахарный. М-м-м-м-м. 15 лир у меня и возле дома 15. Много не скупай. Ты вообще любишь баклажаны или нет? А, любишь? Будем на овощах и фруктах. Все правильно. Она хочет схуднуть. Ничего, девочки, не получится. Вы будете пить пиво. Понимаешь, тут убирается, там набирается. А, вот. Все взаимо это. Ну, хотя бы, чтобы плюсом не приехать, да? Главное, чтобы витаминизироваться. Да. Да, 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 да. Витаминизироваться. Ты серьезно? Ты что, огурцы будешь пробовать? Надкуси, говорит. Ну, конечно, надкусывай. Почему ты все еще этого не сделала? Потом пойдем к дыне. А я уже не поела. Там, где мед. Мед не в этой стороне. Три штуки за 50. Тут же варится кукуруза. Тут же варится. Мужчина с покрашенной головой. Тут же варится, тут же жарится кукуруза. А ничего, вам зачем столько помидоров, девки? Я очень ем. Она фанат. Да? Она зелень, она знаешь, как зелень ест? Она прям пучка. Ну, молодец. Она луку так вот, соль макая. Да? Да. Я в деревне. Она же в деревне. Не то, что мы с тобой делаем. Почекуя. Я там устроила. Ладно, я припомню. Я не злопамятная. Я не смеялась над тобой. Я не смеялась. Это Наська смеялась. А, да? Да, да. Это она виновата. Хочу взять чесночок себе домой. Чесночок, чесночок, чесночок. Ташикюр дарим? То ли девки торгуют, то ли не торгуют чесноком. Я не знаю, то ли девки торгуют. Я маленький. Тут продавца нет? Девки подошли и рассчитались. Как анекдот есть. Какой? Не спится. Ох, не спится. Не спится мне. Не спится бы мне. Я гноилась грязными руками. Да ничего не будет. Нормально все будет. Мы посидим немножко в туалете, подружимся и так. Маленькие лежат на земле прямо. Настя, я тебе отдам. У меня есть дома два куска мыла, я тебе его отдам. Себе потом куплю. Или ты тут решила взять все ряды, чтобы найти это мыло? Я попробовала, Таня. А вот этот перец... Попробуй. Попробуй. Вкусни. Откуси-ка. Иди откуси, конечно. Все правильно. Девочки позвали к себе в гости. Мы уже на выход. Мы на выход. Девочки, если честно, я запуталась, как отсюда выходить. Ну, давай пойдем, у меня все нормально с ориентацией. Да? С ориентацией? Да, не это. Топографического кретинизма. Я хорошо на местности ориентируюсь. Ты найдешь мой дом? Прямо сейчас вот идти обратно? Да. Постараюсь. Не будем его ходить. Три штуки 50. Каменный, да? Мягкий. Мягкий, да? Очень мягкий. Ой, бля, какие заебаны это. Привет. Что нам надо? А что такое там такое?
Три штуки 50? Угу. Это нормально? Куда я знаю? Тут дорого и бананы, и авокадо у нас, мне кажется, дешевле. Не-не-не, пойдем, возьмем следующий рынок. А... Мне надо взять. За 53 штуки? Ну да, нормально. Так было бы 60. Так же дорого. Да. У нас авокадо бешеный денег стоит. Сколько? Да. Ну, 100 рублей на авокадо уходит. Одна штучка? Ну, она побольше, наверное, да? Юрин! Вишня. Давай Ой, тут уже клубника. Не надо, ничего не пускай. Да подожди, давай поднимем. Авокадо, авокадо вбросим в угол. Ягоду мы сверху просто положили тут. Собственно говоря, мы все купили, да? Что купили? Перечислите. Огурцы и помидоры. Таня, что купили? Огурцы, помидоры, перец, зелень. Помидоры, перец, клубника, черешня, лук, укроп, дыня, петрушка. Все? Баклажаны, кабачки. Огурцы надо? Огурцы взяли. Подожди, неправильно говорю. Картошку надо? Картошку не знаю, может быть, взять, Настя? Пожарится? Не стоит. Не, мы на овощах и фруктах. Ну, картошка как раз фрукт. Ой, овощ. Все, я узнаю, как отсюда выйти. Все, прекрасно. Ой, ты маленький. Ой, ты малыш. Налево, налево, все малыш. Да, я помню, мы заходили, тут картошка. Все, базар на этом закончился. Я себе практически ничего не купила. Только вишни. Вишню. Или не брала? Не взяла. Я думала, может, давайте арбуз купим? Арбуз 15, знаете, возле моего дома. Продай его отсюда, точнее. 15, вот возле моего дома. Хочется, конечно, арбузику, но... Вот, по 12 не станет брать. Хороший помидор. А ты сколько уже килограмм взяла? Я по 10. Она по 10 взяла. Но... Хорошие помидоры. Но по 10 сама взяла. Вот. Логичная женщина. Вот. Все, конец видео. Мы все взяли. Все, что надо. И что не надо? И что не надо? А что мы не надо взяли? Все надо. Вот перцы. Давай возьмем. Отлично. Давай возьмем. Чуть-чуть. Фигня? Хороший. Хороший? Стрибок. Не, у нее именно этот, а вообще я... Ну, крепкий, шикарный перец. Шикарный, вот он, вот. Я же говорю, он проходит. Перчик. 50 рублей килограмм. 60 рублей килограмм. Россия, матушка. Так в России другой климат. 329 у нас. О, девочки, берите побольше. Я тоже возьму. Очень хороший имбирь. Пасет. О, ты шкир дырил. Давай, давай, давай. Да блядь. Смотри, лысая башка, куда подаешь. Посмотри на него. Таня, подержи, пожалуйста, мне пакет. Ага. Штук 5, положи мне. И на сколько сказал? Я не знаю. 25? Ирмебеш? Он больше килограмма там? Да. Все. Такой пойдет? Да, да, шикарный. Шикарный, прекрасный. Хватит? Хватит. На, возьми, рассчитайся, пожалуйста. Возьми. Инна стоит рядом, Инна, понимает? Некадар? Угу. 15. А я знала, что мы когда заходили туда, видела этот день. Хороший, хороший. Угу. Ташкирдрим. Прям угу. Такой. Спасибо, Настюш. Толстенький, я бы сказала. Толстенький, жирненький. Сами себя веселим словами.
Девки, пойдемте отсюда выходить, у меня уже башка закружилась. Одно что, да, телегу взяли, телегу нагрузили практически битком. И еще в руках тащат. Мы заходи, мы вот выход там. Выход там 100%. И мы выйдем на мою улицу. Девочки, давайте подождите, авокадо положим. Зачем? Не тяжело. Ну, там да... ягоды, все, поехали. Не надо ничего. Сюда, все туда. Хейтерам в лоб.